Яндекс Ньюс. Сильвия, дорогие гости, Сильвия. Мировые премьеры. Yeah, baby. Блокбастеры Голливуда. Черт вас здесь подрает, здравствуйте. Все тайны и секреты кинозвезд. Его дел, это наше. Билеты на лучшие фильмы. Ну, за искусство. Программа «Синема». Поехали. Здравствуйте, добрый день, добрый вечер, уважаемые слушатели, любители кино. Программа «Синема» начинается. Олег Пеков в студии. Сегодня мы будем говорить о детском кино. Такая тема достаточно, мне кажется, очень обширная, больная тема, особенно для, если говорить о латвийском кино. И сегодня в нашей студии продюсер и гендиректор Детской академии кино Жанна Данцева. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, Олег. Я смотрю, вот у меня тут пришли данные по поводу сборов, ну, точнее, не сборы, а посещаемость латвийских кинотеатров. И, в принципе, представлены весьма неплохо, я бы сказал, фильмы такого семейного вот спектра и детские фильмы. Это «Тайная жизнь животных», часть вторая, это «Аладдин», это «Покемон детектив Пикачу», это «Королевский корги», «Как приручить дракона». Ну вот из 25 картин, которые сейчас идут, в принципе, 5, вот эта пятая часть, абсолютно ориентирована вот на детскую аудиторию. Вот, ну, если просто даже не брать там какие-то фильмы для подростков, там такие, как там «Годзилла», там какие-нибудь, ну, уже чуть-чуть более постарше. Почему все-таки вот проблема с детским кино, если мы говорим о кино игровом, а не анимационном? Потому что вот именно сейчас, мне кажется, когда говорят «детское кино», сразу же возникает, ну, все почему-то думают, что речь идет обязательно об анимации, и анимация уже абсолютно ассоциируется, что да, это вот такое семейное детское направление. Если мы говорим конкретно о детском игровом кино, то проблема, наверное, заключается в том, что создание сценарной части для детского фильма, оно всегда проблематично. С одной стороны, вроде бы понятны детские проблемы, но детские мы говорим больше, наверное, подростковые, да, потому что аудитория, скажем, нашего детского кино, она 7+, да, от 7 до 16 лет. Показать эти проблемы достаточно интересно так, чтобы привлечь зрителя, а зрители – подростки, для которых все-таки делаются и создаются эти фильмы. В этом, с одной стороны, заключается сложность. Вторая сложность заключается в том, что создание детского кино, оно, в общем-то, достаточно, наряду со взрослым, оно достаточно финансово затратное. А взрослые фильмы, то есть конкурировать с голливудскими фильмами сложно, дети идут на зрелищные фильмы, а показать проблемы нравственного такого воспитания и характера, насколько это будет интересным, вот здесь у продюсеров как бы возникают сомнения, насколько может быть сильным кино, насколько оно сможет привлечь своего зрителя. И, в общем-то, коммерчески, наверное, это не особо выгодно. Тем более, что детское кино, в общем-то, оно особо не поддерживается с точки зрения финансирования государства. Я помню, что в моем детстве как раз-таки детские фильмы стоил билет 10 копеек, дешевле, чем пломбир на палочке. Это было всегда вот дело святое. Вот рядышком с нами кинотеатр «Пионерис» был, где показывали очень много детского кино. И было огромное просто количество фильмов, их снимали каждый год. «Внимание, черепаха», «Ух уж это Настя», там «Чудак из 5Б», там, я не, ну, вот можно перечислять и перечислять, там каждый год выходило несколько фильмов, абсолютно ориентированных на школьников, на детскую аудиторию, какие-то приключения, невероятные там какие-нибудь, там, приключения Петрова и Васечки, Васечкина, да, там, те же самые, да. И там столько, ну, все, столько было замечательных, прекрасных фильмов, куда это исчезло, почему? Мне сложно сказать, куда это исчезло. Я думаю, что... Да простит меня Владимир Михайлович. Да, я думаю, что все-таки поколение детей, оно несколько видов, ну, изменилось. Мы говорим о поколении Z сейчас, да, а дети находятся в цифровом мире, у них очень большой поток информации. Любую информацию можно найти в интернете, поэтому сказать, что их будет привлекать фильм о каких-то, ну, просто приключенческий фильм, вряд ли. Я смотрю даже по нашим детям, которые приходят, интерес к ужасникам
высокий. Mm-hmm. Интерес к боевикам, ну, так себе. То есть вот зрелищность, да. Комедийная часть, наверное, она тоже была бы интересна, но не создается. То есть даже вот в России сейчас очень много есть фильмов. Вот мы смотрели, да, мы свой фильм отправляли вот прошлого года на кинофестивале. Очень много создается детских фильмов, ну, в России сейчас мы говорим, да. Но они не запоминающиеся какие-то. То есть сказать, что детская аудитория придет коммерческой, опять же, мы говорим про коммерческую сторону, uh-huh. потому что это рассматривают взрослые, да, от взрослых зависит, как пойдет этот фильм, то сейчас получается, что вряд ли можно запомнить фильм, даже название этих фильмов, о чем эти фильмы. И еще раз, привлечь детскую аудиторию непонятно о чем, но достаточно сложно, она все-таки избирательна. Поэтому, а мультфильмы, они, да, не зрелищные, они интересны, потому что они не затрагивают в полном объеме, скажем, каких-то нравственных моментов. Да? Они развлекательные, чисто развлекательный контент. Но здесь можно ли сказать, что такой принцип «победитель получает все», потому что получается, что крупные, большие студии, которые готовы вложить миллионы, они и собирают, собственно, все сливки, потому что с ними невозможно конкурировать, если, ну, пытаться вот догнать там те же самые, ну, вот раньше читал Disney, но угу. я сейчас наверняка, ну, появилось несколько еще студий, которые занимаются как раз, ну, ориентированно на такую вот подростковую аудиторию детскую, и с ними просто, ну вот если мы говорим о конкуренции, там вкладываются миллионы, и это продукция универсальная, которая как гамбургер расфасована так, чтобы ее показывали и в Китае, и, да. не знаю, там в Австралии, и во всех странах мира. Создание универсального такого контента, оно, конечно, интересно сейчас. И, в принципе, я опять же на примере нашего фильма буду говорить, мы тоже хотели бы, чтобы те темы, которые мы затрагиваем, они были понятны абсолютно любой аудитории в любой стране. Вопрос зрелищности, опять же, да. Зрелищность всегда требует определенных вложений, а этих вложений, в общем-то, это, наверное, извечная тема, да, этих вложений на такой объем не хватает. Хотя я скажу, что с точки зрения ресурса, потенциала, там, скажем, творческого и профессионального потенциала, если мы говорим конкретно о Латвии, здесь достаточно. И хотелось бы, чтобы тот продукт, который создается и создавался бы на территории Латвии, чтобы он был точно так же универсальным, максимально зрелищным. Но опять же, сейчас тенденция, наверное, но опять же я буду говорить про Россию, потому что я этой информацией располагаю. Тенденция, скажем, по России пошла в том, что ориентированность пошла на социальную направленность, да, воспитательный, нравственно-воспитательный процесс больше. Почему? Потому что фильмы, как вы правильно заметили, они штампуются. То есть и они в основном дают либо эмоцию, либо некое развлечение. Развлечений масса. Да? А хочется, чтобы еще фильм приносил какую-то... Фильм, как говорит Владимир Михайлович Олейников, чтобы фильм еще был как искусство, то есть чтобы он нес в себе какую-то значимость, помимо развлекательной части. Вот. Но государство разве не заинтересовано прежде всего в том, чтобы... Ну, то есть я к тому, что не обязательно фильм должен просто как коммерческий продукт принести прибыль, потому что государство, обеспечивая вот контентом молодых, маленьких зрителей, оно, в принципе, растит поколение, и, мне кажется, даже деньгами не измеряется то, что если воспитывается нравственное, какие-то идеи, социальные идеи закладываются, идеи дружбы, помощи, то есть это то, что затем вернется старицей да. через там, 10, 15, 20 лет в виде абсолютно нормальных, не знаю, целеустремленных, честных, да, выросших этих молодых граждан этого государства. Разве здесь же, мне кажется, государство, наоборот, должно быть заинтересовано вкладывать в эту область? Ну, я на 100% с этим
согласна. Интерес у государства должен быть однозначно прямой в этом смысле, потому что это поколение, которое мы взрослые же сами и выращивают, получается, на тех нравственных ценностях, которые закладываются. Возвращаясь, опять же, к фильму... Вот давайте все-таки скажем, что у нас снимается кино. У нас снимается фильм. И просто мы немножко так говорим сейчас о каких-то абстрактных вещах, но вот есть конкретный проект, которым вы занимаетесь в качестве продюсера. У этого фильма два, я понимаю, да, продюсера? Да, Владимир Михайлович Олейников. «Приключения Петрова и Васечкина», но не только. Все почему-то вспоминают только этот фильм, но на самом деле вот сейчас у него был очень большой фильм «Странники терпения», который на Всемирном Монреальском кинофестивале стал закрытием фильма, получил в Сочи приз за лучшую режиссуру, ну и так далее. То есть он занимается, в общем-то, нашим фильмом вплотную в том числе. То есть уже на стадии монтажа мы вместе, получается, соучаствовали в редактуре уже сценарной части, и, собственно, некоторые идеи там точно так же заложены Владимиром Михайловичем в сценарную часть. Фильм называется «Шоу на миллион». Это комедийная драма о современных подростках, об этом поколении Z. Дети, которые сидят постоянно в гаджетах, которые общаются, коммуницируют только практически через интернет и получают информацию. Фильм как раз направлен на те нравственные ценности, которые нам хочется донести через проекцию взрослого мира на детский мир. То есть показать фильм не только для подростков, как я уже сказала, там снимаются дети от 7 до 16 лет. Это, в общем-то, все синемейджики нашей детской киноакадемии. Там есть взрослые. Еще раз, кто? Мы называем их синемейджиками, потому что Детская академия кино в этом году у нас в начале года получила свое название. Мы нашли свое название. Мы называемся Детская академия кино синемейджик. Угу. Просто ваша программа синема, да? Синемейджик родилось от магии кино. У нас есть такой лого, как мы его называем, мото, наверное, да? Мы вместе превращаем жизнь в интересное кино. И, в общем-то, через наш фильм мы точно так же хотим показать, что весь мир, который создан вокруг, это, в общем-то, придуманный мир, кем-то придуманный мир и воплощенный. И, собственно, люди, которые придумывают этот мир, они когда-то были детьми. И вот от того, какие вырастут, ну, то есть каким сформируется вот это поколение, таким, собственно, и будет наш будущий мир. Но хочется, чтобы... в погоне, то есть сейчас вот тенденция такая, и что мы пытаемся показать через наш фильм, тенденция стремления к успеху, да, то есть родители говорят о том, что ты должен учиться, ты должен стать успешным. Но что такое успех по большому счету? Никто толком, в общем-то, абстрактное понятие, так же, как и счастье, как и любовь, и добро, то есть это большие, очень крупные, большие понятия. Как это принять и понять детскому уму в 10 лет, скажем, или в 11? Вот это сложность. Ну, что? Наверное, да. Но вот самое простое – это что? Это количество подписчиков. Количество подписчиков, лайков. Почему? Потому что сейчас стало общедоступным, в общем-то, вот это стремление к популярности, оно порождено самим интернетом. То есть, что? Это в основном социальные сети, да? Неважно, это Ютуб или это Фейсбуки и прочее. То есть, вы знаете, я сейчас вот сидела и вспомнила одну такую фразу, которую мы выкинули из сценария, когда мы его чистили, потому что сценарий сделан без... лишних моментов, мы выкинули эту фразу. Она была очень интересная. Один из героев говорит о том, что быть успешным гораздо легче, вернее, казаться успешным гораздо легче, чем быть им.
количество лайков, количество подписчиков, когда сидят, фотографируют еду, там, или вот мы на отдыхе, или мы вот делаем то-то и то-то. Боже мой, другой пример, там даже можно арендовать роскошный автомобиль для того, чтобы там предлагают арендовать, ну, массу вещей, которые позволят вам создать иллюзию в соцсетях. Иллюзия. Что вы абсолютно успешны, что у вас там дорогие часы, дорогой автомобиль. И это вы просто снимаете на фотосессию и затем используете. Но в этом есть одна очень серьезная проблема для детей. Она, ну, я уже не говорю о взрослых, о детях сейчас, да? Оно, вот это стремление к успеху, оно порождает внутреннее одиночество. Потому что время жизни ограничено. И когда мы тратим свое время на абсолютно ненужные, по большому счету, вещи, то есть мы стремимся к внешнему успеху, а внутренне мы не имеем настоящих друзей. То есть, может быть, они есть, но мы об этом не задумываемся. У нас нет времени с ними нормально общаться. Мы стремимся как бы занять себя какими-то вещами общепринятыми. Опять же, говоря об общепринятых стандартных вещах, хочется вернуться ко взрослому миру, да, что мы сами создаем этот мир вокруг детей, прежде всего семья, которая формирует эту среду, где растет ребенок, опять же, сами того не подозревая. Когда ребенок сталкивается с внешним успехом, он видит глянцевые журналы, это одна... То есть наши дети в фильме, они поделены на определенные сообщества, да, которые... И каждое сообщество, оно несет в себе определенную стратегию как бы достижения к успеху. Так вот, скажем, глянцевые журналы порождают одну стратегию успеха. Все эти коучи, лидерские мастер-классы и прочее, это другая совершенно атмосфера стремления к успеху. А есть еще общечеловеческие, чисто человеческие ценности. Когда ты... Знаете, там есть одна такая фраза, мне почему-то тоже хочется ее немножко выдать, маленькую, да? Давайте, конечно. Значит, когда одна из героинь говорит о том, что жизнь – это не бизнес. Вы можете иметь много денег и вместо друга купить себе маленькую собачку, считая ее своим другом. Но вы никогда не заставите эту собачку вилять хвостом, если вы не научитесь заботиться о ней. Ни за какие деньги вы не заставите вилять эту собачку хвостом, если вы не научитесь заботиться о ней. Так вот, одна из тем, которые подняты в этом фильме, это умение замечать, даже не умение, это, умение замечать рядом тех, кто с тобой находится. Вовремя прийти на помощь, вовремя... не афишируя это абсолютно, да, это сделать таким образом, чтобы это было... Но фильм, я хочу сказать, вот в моем детстве, конечно, была мечта, вот там мальчик, хочешь сниматься в кино, чтобы подошел взрослый дядя, вот тебя взял за руку. Я понимаю, что уже съемки идут полным ходом, то есть там это все уже, ну как бы вот мы сразу поясним, что, к сожалению, уже сняться в кино невозможно будет, но скорее всего появятся новые проекты, новые возможности. Ну а пока мы, наверное, сделаем небольшую паузу и вернемся в студию. Продолжим разговор о картине, которая сейчас снимается в Риге, «Шоу на миллион». Микс Ньюс. Продолжается программа «Синема», и у нас сегодня в студии продюсер и гендиректор Детской академии кино Жанна Данцева. Жанна, расскажите, может быть, ну вот, то есть получается, что идут съемки у нас в Латвии, в разных местах, в Юрмале, там где-то в Риге. Угу. Как долго продолжается сам съемочный период? Съемочный период у нас, в принципе, это 15 съемочных дней. Мы начали съемки 27 мая, и финал у нас будет 14 мая. Июня. Июня, извините, да, 14 июня. В общей сложности у нас занято крупных локаций, где-то порядка 4 крупных, и есть подсъемки по Риге, по городу в рамках вот этого фильма. Ну, получается, что вот это основное, это как раз дети, вот, те, кто учатся в вашей детской академии кино. Да, этот фильм был создан и написан специально для детской академии кино, потому что
Задача, в общем-то, состояла в том, чтобы наши дети, которых мы обучаем именно актерскому мастерству в кино, чтобы они не просто обучались, чтобы они имели возможность создавать детский контент на территории Латвии, чтобы мы создавали свой продукт, хороший, который мы знаем, и, соответственно, с теми детьми, которые есть. Почему дети, которых мы обучаем? Дело в том, что мы абсолютно всех знаем своих детей. Мы готовили все свои программы вот функционально для того, чтобы на выходе, даже через год, они имели возможность хорошо работать на съемочной площадке. Кинопроизводство, как я уже говорила, достаточно дорогостоящий процесс, и поэтому задача обученных детей, в общем-то, еще и в том, чтобы помимо того, чтобы они хорошо сыграли и были настоящими, еще задача в том, чтобы сократить вот этот вот съемочный период, да? Хотя на самом деле мы... В этом году у нас фильм получается 90 минут, это полный метр, это полный метр. Полтора часа. Да, значит, там, конечно, съемочные смены были составлены, в общем-то, по объему, ну, достаточно плотно, реально должно быть. В принципе, в кино сниматься где-то 3, но максимум 5 минут. У нас получается, что мы стараемся уложиться в 7 минут как минимум, да, 7-10. Это очень сложно. Для того, чтобы все-таки получился качественный профессиональный фильм, а это не учебный формат, то, соответственно, режиссер на площадке и педагоги, которые работают, вся съемочная команда, она идет на качественный, как больше момент обращает внимание, и поэтому приходится какие-то вещи переделывать, и времени тратится все-таки немножко дольше. У нас был рекорд, вот пару дней назад мы снимали, но у нас ограничены мы в локациях по времени, да. У нас был последний съемочный день локации на коворкинг-центр People Walk. Work предоставил нам свою локацию. И вот у нас был последний как бы съемочный день, и нужно было... А мы до этого опоздали на одну сцену, и нам пришлось снимать полностью весь с 9 утра и до 11 вечера. Фактически мы потом закончили около 12. Спасибо огромнейшее родителям, которые выдержали. Кстати, детям. Как родители относятся к тому, что дети их заняты таким, ну, необычным делом? Вы знаете, надо отдать должное родителям, что, ну, помимо как бы актерского интереса, да, это развивающе, это творчески очень хорошо развивает ребенка, это креативное мышление. Хотя, как я уже говорю, дети могут заниматься абсолютно любыми вещами. И вокалом, и там гимнастикой, и хоккеем, и бальными танцами. У нас, кстати, дети занимаются действительно в очень многих кружках. Но... Мы хотим сказать, что мы не кружок, мы обучаем детей для съемки в профессиональном кино, в общем-то, акцент на это делаем. Поэтому родителям нужно отдать должное, они, помимо как бы общего интереса, они еще и нам очень-очень-очень в этом помогают. Это и определенный психологический настрой у детей, да, понятно, что детям сложно иногда в какие-то моменты, если взрослые устают, то представьте дети, ну, конечно, да, такое количество, да, на площадке. Но те дети, которые... взрослые-то принимают участие в съемках фильма, там, взрослые актеры, ну, я не говорю, там, Брэд Питт, там, условно говоря, но, да, но взрослые какие-то... У нас в нашем фильме снимается, взрослые остались как бы за кадром, потому что это полностью детская история, подростковая, я бы сказала, да, у нас снимается два замечательных актера, первый... Три даже, я бы сказала. Первый актер в роли, значит, отца главного героя – это российский шоумен, русский мистер Бин Юрий Аскаров. Второго героя у нас играет латвийский актер кукольного театра Алексей Гейко. И в эпизоде есть всем известная, наверное, тоже в Латвии радиоведущая розыгрышей Ольга Ольга. Угу. Это Ольга Шипицкая. Там ее роль эпизодическая, но она тоже достаточно значима для, ну, для нас с точки зрения фильма. Оставили взрослых... за кадром, потому что, еще раз говорю, нам хотелось показать все-таки такую подростковую историю, да, историю тинейджеров, потому что взрослые присутствуют косвенно в их мире. Все
все, что говорят дети, все, что они произносят, с одной стороны, это их собственные мысли, а с другой стороны, хочется показать, что взрослые родители все-таки оказывают очень серьезное влияние. А вот, я думаю, да, что это в фильме будет заметно. А родители, вот, например, не, ведь я понимаю, что наверняка должен быть конфликт, наверняка должны быть какие-то положительные, отрицательные персонажи. Вот как, да, например, родители относятся, что ребенок играет, ну, может быть, отрицательного персонажа, кого-нибудь, ну, не... Это такой секрет, как бы, академии, да, мы постарались, это и сложность одновременно, да, мы постарались показать, что, и эта фраза тоже присутствует в фильме, что на самом деле нет плохих людей, как таковых, да. Есть люди, если человек вам кажется плохим, значит, у него серьезные внутренние проблемы. И задача раскрыть эту проблему. То есть, ну, понять, почему человек такой, почему он поступает в этой ситуации именно так. И мы через вот, действия героев мы пытаемся как раз это показать. А на уровне детей это все происходит гораздо, наверное, интереснее и гораздо глубже, да, потому что взрослым сложно что-то доказать, да, потому что каждый прав. И у каждого уже своя сформировавшаяся позиция. А дети – это тот материал, который, ну, условно, да, материал, который впитывает все как губка, и он еще способен переосознать что-то, если ему дать правильное направление. И вот как раз задача взрослых в этом фильме и дать вот это направление детям, показать, угу, как бы за кадром, да, что может быть по-другому. И для взрослых это тоже некий урок, потому что конфликтная ситуация, которая проигрывается в фильме, она как раз и идет на уровне героя и его... Ага. А вот детская академия кино, вы обучаете только актерскому мастерству или, например, там режиссуре? Ну, то есть вот могут ли дети помогать на съемочной площадке взрослым, ну вот ассистируя и обучаясь тому, как это работает? Я поняла. Смотрите, специфика нашей детской академии – это чисто актерское мастерство для кино. Этим мы занимались ровно 2 года. В этом году мы будем... Ну, во всяком случае, запланировали запустить еще 2 направления. Это в рамках режиссуры, это в рамках сценарного мастерства, это сторителлинг. И, наверное, ну, режиссура сложно сказать, но, наверное, мы можем попробовать это. Опять же, в ограниченном пределе. Почему? Потому что очень много, в том числе в Риге, школ-студий, которые занимаются тем, что они обучают детей делать что-то. Дети снимают кино. Uh-huh. Наверное, это хорошо на уровне, ну, на определенном уровне, да, дети должны иметь определенные навыки. Мы хотим дать возможность эти навыки поднять на более профессиональный уровень. То есть, если ребенок снимает свое кино, ну, кино, понятно, он не может снять в полном объеме. Он должен понимать какие-то азы. Если он знает, ну, сейчас же у нас все, имея мобильный телефон, мы все операторы, фотографы, там, мы можем создавать истории и так далее. Монтировать можем, да, да, все. Да. Но уровень, да, опять же, в каждой школе есть театральная студия, каждая же театральная студия делает какие-то постановки, где-то кто-то показывает. Мы хотим, это наше отличие, да, мы выходим на другой уровень, мы хотим показать, что тот навык, который ребенок получит, чтобы он имел возможность его применить в реальности, да, скажем, сторителлинг, режиссуру он не может освоить в полном объеме, это будет непрофессионально, то есть родители заплатят деньги, но ребенок за 4 занятия там, или даже за год этому невозможно обучить в полном объеме, но дать азы, скажем, сторителлинга, то есть создание некой короткой истории, да, и снять ее, это возможно. Поэтому мы берем узконаправленно, как мы говорим, да, но очень качественно. Где дети, например, могут использовать тот же сторителлинг? Они все сидят на ютубах. У нас очень многие дети имеют свои каналы. Опять же, чтобы не засорять информационное пространство непонятно чем, я танцую или там ем, я это фотографирую, или я это снимаю, или, ребят, посмотрите, как я крашусь, да? Хочется, чтобы они имели возможность создавать очень коротенькие истории. К нам обращаются те же родители, да, кто имеет свой бизнес. А вы можете нам сделать вот коротенькую историю? И я думаю, что на базе академии, мы, может быть, через год, да, мы все равно придем к тому, что мы научим детей создавать вот эти коротенькие истории сначала в рамках своего, на своем уровне, да,
И эти истории, опять же, они не просто будут созданными, это те истории, которые, ну, я уже немножко дальше иду в перспективу, это истории, которые, лучшие истории, будут экранизироваться. То есть, чтобы они, создавая некий продукт, они видели, что этот продукт реально может иметь место быть внутри. Ну, вот у нас совсем уже мало времени, а мы не затронули такой важный вопрос, как действительно финансирование. То есть, насколько картина, я понимаю, что это болезненный вопрос для любого продюсера, где взять деньги для того, чтобы снять кино? Потому я понимаю, что здесь есть свои тоже какие-то секреты. Ну, нюансы, опять же, так как мы детская академия кино, мы не получаем денег от государства. Скажу честно, все, что мы условно зарабатываем, то есть дети проходят актерское мастерство в кино. Родители за это платят, соответственно. И, в общем-то, все, что мы накапливаем вот за период обучения, плюс нам помогают очень серьезно родители по финансированию этого фильма, ну, какими-то вложениями, работами и так далее. Я сейчас просто не озвучиваю как бы это, да, но тем не менее. То есть на производственную часть мы всегда имеем возможность собрать энное количество денег. На производственную часть у нас всегда, ну, в рамках вот того, что мы можем, мы делаем. Опять же, нам всегда идут навстречу наши профессиональные операторы, сценаристы, режиссеры и так далее. То есть мы на базе латвийского, почему я говорю, что у нас есть очень хороший потенциал, когда люди слышат, творческие, профессиональные люди слышат о том, что это серьезный, хороший, интересный проект, опять же, для детский проект, и для детей, и он создается у нас, то, соответственно, все идут абсолютно навстречу. Ну, вот самые большие статьи расходов, это, ну, вот, например, ну, не знаю, декорации, съемки, ну, для того, чтобы снять помещение, или что, на что уходит? Смотрите, в этом году нам с помещениями, собственно, как и в прошлом году, ну, в этом году нам очень серьезно помогли четыре компании, одна из них, я могу их назвать, наверное, ну, давайте, очень хотелось бы, да, это образовательный холдинг Ресеба, руководство Ресеба, это, собственно, они нам самую большую, самую серьезную, сложную локацию мы делали на их базе. Спасибо огромное за поддержку. Это был вот коворкинг-центр Набережная Колпиша People Work. Там были очень хорошие и дорогие очень локации. То есть, если бы нам пришлось еще вкладываться, помимо реквизита всего остального в локации, мы бы, конечно, ну, вряд ли бы смогли это сделать. Соответственно, помогли частные персоны. Это вот сейчас у нас проходит большое количество съемок в частном доме, в Юрмале. Была локация здесь, в Риге, предоставили нам свою квартиру для съемок. Самые большие затраты, с которыми, ну, помимо производственной части, с которыми мы столкнулись и в которых нам могли бы очень помочь наши латвийские предприниматели, производители и товаров, и услуг, это транспортные расходы, потому что у нас очень большое количество разъездов. У нас родители сами, спасибо им, тоже привозят детей на локации. У нас затраты на перевозку этого большого реквизита, скажем, да, это тоже затратная часть. У нас затраты идут на кейтеринг. Мы, к сожалению, не можем кормить детей на площадке так, как мы хотели бы. Особенно, то есть родители точно так же с собой дают детям обеды. Затратная часть в этом году очень серьезная – это реквизиты. Мы специально в свой сценарий закладывали product placement, и мы рассчитывали на это то, что… Это размещение, ну, то есть реклама, которая… Косвенная реклама, да. То есть компании тратят очень большие деньги на рекламу вообще как таковую. Там Джеймс Бонд разъезжает на определенных автомобилях, носит марки часов определенного вида. Да. То есть там огромное количество денег отбивается. Если сложить… Да, если сложить вот то, что мы делали в кадрах, на чем построен сюжет, у нас могли участвовать телекоммуникационные компании, компании, которые продают радиоэлектронику, компьютерную технику, компании, которые производят продукт. Это бургеры, продукты молочные, это продукты питьевые. Ну, да, питьевого, да. Соки, воды и так далее. И мы имели возможность крупным планом в кадрах постоянно показывать то, что этот продукт присутствует в Латвии, что он производится в Латвии. Потому в чем еще интерес? Когда я приходила как бы спрашивать, ну,
деньги, ну, так скажем, я напрямую не спрашивала, да, то есть у меня было пару моментов, когда я попросила поучаствовать в этом фильме, не конкретно в фильме, а вот в поддержке, да, создания фильма до его начала. Первое, что меня спрашивают, это, а какая у нас будет аудитория, да, и когда я говорю о том, что, то есть в первую очередь спрашивается некий интерес, да, а что мы будем за это иметь, это, кстати, одна из фраз, которая тоже прозвучит в фильме, а что, мы, что нам за это будет, да, мне хочется всегда сказать, что это большой детский проект, то, с чего мы начали, что это нравственная, воспитательная часть, которая дается в очень интересной форме, в доступной форме. Ну, вот как-то мы столкнулись с тем, что ряду компаний мы предложили участие в product placement, именно вот вплоть до того, что выставите нам стенды, да, со своей продукцией. У нас дети будут в том же коворкинге, там коворкинг-кафе такое, да, где дети все время собираются, тусуются, где у них происходят некие действия. Это по фильму, да? По фильму, я уже говорю о фильме. И у нас мы вместо там чая, вместо наших стаканчиков, которые мы фирменные делаем, мы тратим это на реквизит, мы могли бы поставить вашу продукцию, мы могли бы четко показать, что вот это вот молочная продукция, там, и они бы пили, например, соки, или они пили бы этот тот же лакто, молочные коктейли и прочее. Но, к сожалению, ряд компаний, крупных достаточно компаний, ну, они нам отказали. Надеюсь, что, увидев фильм, они все-таки на какие-то следующие... Нет, ну, я думаю, что мне не хотелось бы так отрицательно, я думаю, что еще не сформировалось вот это понимание культура, того... да, вот этого... Да, понимание того, что это действительно серьезно, и это может работать. Еще один момент. Принимают решения маркетинговые агентства. Мне бы очень хотелось достучаться до владельцев этих бизнесов, понимаете? Потому что как владелец, вот... скажем, совладелец, соучредитель детской академии, я знаю каждый миллиметр того, что мы создаем. В крупных компаниях, как правило, этим занимаются маркетологи. И маркетолог будет решать, надо нам это или не надо. Может быть, нам проще выкинуть там 30 тысяч евро на рекламу, да, и они платят, скажем, в рекламе Акрополиса снимался наш один из героев, да, ну, как мальчик-актер. То есть я понимаю, что они идут через кастинг-агентство, да, но мы, вот, мы создаем вам детскую аудиторию, способную сниматься, и мы готовы, наши дети готовы сниматься в ваших рекламах в том числе, если вы помогаете нам спонсировать этот фильм, то есть произвести этот продукт. Мало того, что этот фильм производится на территории Латвии, как хороший, серьезный продукт, он же идет дальше. Вот, Жен, у нас одна минута осталась, где его можно будет увидеть и какая дальнейшая судьба? Да. Я очень надеюсь, что премьера все-таки состоится не в России, а в Риге, в Латвии. Очень в дальнейшем этот фильм уже будет заявлен. «Шоу на миллион», еще раз напоминаю, да, называется. «Шоу на миллион», комедийная драма, очень интересная, очень увлекательная. Дальше этот фильм идет уже на ряд международных детских кинофестивалей, пока это будет Россия. Если нам помогут сделать дубляж этого фильма, соответственно, создать латышский вариант и английский, то мы имеем возможность этот фильм, ну, не титрами, а уже с новым озвучиванием, показывать уже на другую аудиторию, потому что снято очень много интересного и полезного материала для детей и взрослых в любой стране. Это как раз вот тот универсальный фильм, о котором мы говорим. Ну что, хочется пожелать новых проектов и нашим, может быть, маленьким будущим актерам заинтересоваться, увидев эту картину, сказать, о, я тоже так хочу появиться на экране. Жанна Данцева сегодня была у нас в студии. Спасибо вам большое. И спасибо огромное за приглашение. Удачи. Надеюсь, что в октябре этот фильм все-таки выйдет.